Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Сегодня у нас очередная новиночка от китайцев, от компании Синкат, это дочерка Сививи, но на более бюджетных материалах. То есть, как правило, стали использовать они там 9 хром 18 молибден ванадий, либо D2. По-моему, еще была какая-то модель на 154CM. Где-то слышал, но может быть я малеха ошибаюсь. Так, в общем, начнем с такой симпатичной коробочки, которая была в таком пакетике изначально. Значит, модель Watoga. Здесь циферная аббревиатура. Производство Китай. Черная G10 рукоять. Каменная стирка D2 Blade. Да, здесь клинок не черненый, не Black Stone Washed, а обычный Stone Washed. Так, такая презентабельная коробочка. Так, здесь за безопасность. Так, внутри у нас силикагель, как обычно, влагособиратель. Так, коробку в сторону. Такая вот сумочка. Моделечка. Ножичка вот такая в форме наклеечки. Так, вообще из головы вылетело, как модель ножа называется. Очень, кстати, симпатичная, я очень советую посмотреть к приобретению. Значит, наклеечка вот такая. Что тут у нас? Using instruction. Инструкция по использованию, дословно говоря. Платочек для протирки. Или можно ее раскладывать и ложить туда ножичек для фотосессии. Бархатный чехольчик. Все очень симпатично, презентабельно. Вот непосредственно сама моделечка. Так. Такой красавец. Рукоять G10. Открывание за флиперочек. Такой клинок Варнклифф. Каменная стирка, пожалуйста. Черненная клипса глубокой посадки. Внутри боночки как надо. Лайнеры облегчены. Лучше присмотреться, высверлены. Так, открывать можно за флиппер, складывать за систему button lock. Ну, в принципе, и открывать, в принципе, и закрывать можно за button lock. Немножко надо разработать. Вот. Значит, есть подпальцевая выемка. То есть, в принципе, можно вот так открывать. Значит, немножко по тактико-техническим характеристикам пройдемся. Общая длина в рабочем положении 203 мм, длина клинка 88 мм, толщина обуха 3 мм, материал клинка в данном случае D2. Так, а где? Где написано-то? А, вот здесь вот
Не фрезеровочка. D2. Материал рукояти G10, цвет черный. Производитель Сенкат. Китай. Вес 104 грамма. Немножко добавил света. Так, есть насечки для пальца. Для удобного удержания. Гравировочка Сенкат. Тут гравировочка D2, но очень сильно засвечивает ее. Вот, видите, вот по центру D2. Такое G10 текстурированное. Хорошая сцепка с рукой, то есть противоскольз. Вот, шикарный батон-блок. На плавнике присутствуют насечки тоже для хорошей сцепки. Хлоп, открыл, и все на рабочем положении. Клинок Варнклифф. Тоненькие спуски. Отлично порезать хлебушек, вообще просто супер. Такой небольшой обзорчик. Обязательно себе приобретайте. И шите где подешевле. Потому что можно за хорошие деньги купить очень хорошие ножи. Все. Всем ножи.